Здравствуйте. Это информационно-аналитическая программа «Новосибирская неделя». В ближайшие 17 минут поговорим о событиях, у которых определенно будут последствия. Вот основные темы выпуска. Бесконтактной банковской карты. Теперь можно оплатить проезд в любом муниципальном транспорте. Сдачи не надо. Расчет стал удобнее и быстрее. Новое топливо для новосибирских ТЭЦ. Вместо каменного угля хотят использовать бурый для экономии. Дым – отечество. Экологи пугают канцерогенными выбросами. Герои сказок украсили вагоны 13-го трамвая. Суеверием назло. Баба-Яга, леший, птица Гамаюн на самом известном маршруте Новосибирска. Будущее за рельсовым транспортом. Трамвай, городская электричка и метрополитен. На эти способы передвижения делают ставку разработчики комплексной программы развития новосибирского транспорта до 2030 года. Документ вкупе с актуализированным генпланом должен стать одним из основополагающих стратегий развития города. В программе пропишут, какие сооружения, мосты, развязки, эстакады нужны, чтобы передвижение по улицам было быстрым и комфортным. Включает в себя 194 мероприятия в разных сферах транспортного комплекса, такие как искусственные сооружения, мосты через Обь, это и улично-дорожная сеть, это и линии общественного транспорта. Построение так называемого магистрального каркаса линии общественного транспорта из, во-первых, высоконадежных систем рельсового транспорта и дополнительных к ним выделенных полос безрельсового транспорта. Планы по развитию городской электрички совпадают с планами российских железных дорог, поэтому ее запуск выглядит вполне реалистичным. Тем более загрузить имеющиеся пути – проект, не требующий работы с нуля. Программа развития транспортной инфраструктуры сейчас в стадии обсуждения. Народные избранники вносят предложения, поправки. После двух депутатских комиссий программу рассмотрят на очередной сессии Горсовета. Наличие такого стратегического документа позволит претендовать и на финансирование из федерального бюджета, а также на участие в различных программах. От стратегии будущего к практике настоящего. Оплатить проезд банковской картой теперь можно не только в метро. В троллейбусах, трамваях, муниципальных автобусах, а также нескольких направлениях маршрутных такси специальные терминалы способны списывать деньги за проезд не только с привычных транспортных карт, но и с бесконтактных банковских. Оплату проезда в безналичном формате пропагандируют уже не первый год. Это удобно и пассажиру, и кондуктору, и контролеру. Александр Потенихин проверил, как работает система безналичной оплаты. У Михаила нет личного автомобиля, и молодой человек предпочитает передвигаться по городу на общественном транспорте. Теперь оплата проезда стала еще быстрее и проще. В трамваях, троллейбусах, метро и муниципальных автобусах к расчету принимают банковские карты. На самом деле очень удобно, потому что раньше приходилось с собой в кармане мелочь таскать. Вот я уже привык в метро рассчитываться картой, там тоже есть приемник. Ну и теперь можно в городском транспорте. По-моему, это просто очень хорошее вложение в город. Муниципальный транспорт полностью укомплектован терминалами. Это около 400 единиц. Свои машины оборудовали и некоторые частные перевозчики. В будущем к системе их должно подключиться еще больше. Ведь при проведении конкурса одним из требований для перевозчиков станет наличие бесконтактной оплаты. Весь муниципальный общественный пассажирский транспорт сегодня принимает все формы оплаты. Брелки, телефоны, карты всех видов, даже наличность. 5 маршрутов не муниципальных перевозчиков, коммерческих перевозчиков также подключены к этой системе, и ряд маршрутных такси тоже подключены к этой системе. Выгода оплаты проезда банковской картой ощущается сразу, если не хочешь получать сдачу рублевыми монетами или у кондуктора нету размена с крупной купюрой. Также оплата проезда картой – это ощутимая экономия времени. Теперь не нужно ждать, пока кондуктор наберет сдачу. Транзакция проходит моментально, а пассажир, как и положено, получает билет. Эту систему внедряют, чтобы перевозчики не могли использовать серые схемы, а значит, больше налогов поступало в бюджет города. Безнал минимизирует ошибки кондукторов со сдачей. В оборудовании прописана стоимость проезда. Невозможно заплатить больше или меньше. Одним из первых картой за проезд рассчитался Анатолий Локоть. Система, что называется, прямая, четкая, прозрачная. Ну и действует, извините за сравнение, как молоток. Очень просто. Бах, и все. И все, получили результат. Вот сегодня очередной шаг.
мы совершаем в оплате безналичным расчетом, когда появляется возможность оплаты не только по единой карте проездной. Это совместный проект мэрии, Сбербанка и системы «Золотая корона». Для оплаты подойдут любые карты с бесконтактным платежом или смартфоны с соответствующим приложением. Мы действительно понимаем, что это как бы со всех сторон удобно. Ну, то есть это выигрывает и перевозчик, выигрывает и пассажир, что самое главное. Потому что, ну, действительно, там, рассчитаться наличкой там, и получить сдачу там, со 100 рублей в размере 82 рублей, ну, это достаточно много, нужно потрудиться и кондуктору, ну, и потратить время. В новосибирском метрополитене такая система работает давно, но в подземке установить ее проще. В наземном же транспорте транзакция проходит без проводов. Ее тестировали год в троллейбусе второго маршрута. Банковской картой можно оплатить неограниченное количество поездок подряд. Выгоду использования системы прочувствовали не только пассажиры, но и кондукторы. Очень удобно. Особенно в часы пик, когда пассажиропоток увеличивается. То есть времени очень мало тратится. Не нужно тратить времени на сдачи там, мелочь считать и тому подобное. И со стороны пассажира, и со стороны кондуктора эта система очень удобна. Система безналичной оплаты проезда будет развиваться дальше. Уже сейчас готовятся пилотные проекты единого проездного и транспортной карты, которые позволят ввести пересадочный тариф. Есть. Слушай, ну совсем космос. Александр Потенихин и Денис Савинский. Новосибирская неделя. Грязь долой. Мэр Анатолий Локоть поставил задачу дорожным службам. С магистралей и тротуаров нужно убрать пыль и грязь, накопившиеся за зиму. Ведь за это время на улице высыпали тонны противогололедной смеси. На подмогу коммунальщикам поступила и новая техника. Городской парк техники пополнили 49 машин, дорожные пылесосы, уборочные машины, новые тракторы и даже бульдозер. Теперь на страже чистоты улиц и тротуаров Новосибирска. Машины износоустойчивые, подходят для сибирского переменчивого климата, дорожники сами радуются новой современной технике. 21 апреля во время общегородского субботника машины испытают боем. Вся техника отправится на службу в ДЭУ города, в каждый район по новому пылесосу. Навесное оборудование и разные комплектации позволяют машинам доставать мусор даже из самых труднодоступных мест, а также работать с разными поверхностями – и с грунтом, и с асфальтом. При этом в эксплуатации агрегаты, например, дорожные пылесосы, будут экологичными и, по словам дорожников, не будут пускать пыль в глаза. По сути дела, он работает во влажной среде. У него постоянное орошение подается, чтобы вокруг него не создавалось облако пыли. Новое топливо разожгло бурную дискуссию между общественниками, депутатами и представителями ресурсоснабжающей компании. Энергию на нескольких ТЭЦ новый собственник, сибирская генерирующая компания, предполагает получать, используя бурый уголь, а не каменный, как это было раньше. Интерес собственника-монополиста очевиден – бурый уголь дешевле. Для потребителей дешевле тепло, электричество и горячая вода станут едва ли, ведь нужно еще вложиться в переоснащение станций. Экономию планируют заложить в развитие и капитальный ремонт агрегатов ТЭЦ. На одной из станций, на ТЭЦ-5, вроде бы уже даже тестируют партии топлива. Планируют поставлять его из Красноярского края. Кстати, на буром угле в этом же регионе и работают ТЭЦ, и краевая столица известна своими экологическими проблемами. Тема загрязнения воздуха в последние годы стала одной из самых острых. Золы, оседающие на улицах, домах и в легких горожан, опасаются и в Новосибирске. Однако сопоставить угрозу нынешнего топлива, каменного угля, с бурым в процессе дискуссии пока не удалось. Нужны экспертизы. Депутаты же пока настаивают на посещении ТЭЦ, которую планируют перевести на новое топливо, и оценить очистку выбросов. Экологи же расходятся во мнениях, насколько опаснее для окружающей среды и здоровья жителей бурый уголь. Кого-то смущают нерегламентированные выбросы ртути и канцерогенной золы. Приводят и статистику. Каждый год онкобольных становится на 5% больше. Другие эксперты отмечают, что при горении бурого угля азотистых соединений в воздух выбрасывается в 1,5 раза меньше. Так или иначе, любое сотрясание воздуха помогает как минимум создать ощущение конкуренции для поставщиков угля каменного. Поэтому одни только планы по переходу на бурый уголь уже выгодны ресурсоснабжающей компании. Независимо от того, будет ли сжигаться бурый уголь на ТЭЦ-5 или нет, уже сейчас понятно, что цена угля, которые будут поставлять каменного, если даже он останется, она будет совсем иной, потому что у станции появляется альтернатива.
Михайловскую набережную продолжит реконструировать та же фирма, которая выполняла работы в прошлом году. Хотя из-за жалоб от заинтересованной компании в антимонопольную службу проведение аукциона было под вопросом, заказчик, администрация парка Михайловская набережная, внесет изменения в документацию на этапе заключения контракта. В итоге УФАС сняла все претензии и 12 апреля объявили победителя. Приступить к работе подрядчик сможет уже 22 апреля. Работы по второму этапу благоустройства оценивают почти в 140 миллионов рублей. По плану обустроят лестницы, территорию верхнего и нижнего променадов и танцевальную площадку. Также в перечне работ обустройство пешеходной дорожки для маломобильных горожан, ремонт пешеходного покрытия и парковки между Октябрьским и метромостом. На набережной сделают ливневую канализацию, установят почти 150 фонарей и поставят новые лавочки и урны. По проекту предстоит и масштабное озеленение и ландшафтное оформление. Цель – успеть сделать часть работ к началу лета и не создавать препятствий для посетителей. Ведь набережная в этом году – это центральная площадка празднования 125-летия Новосибирска. Если судьба парка Наби ясна, то будущее левого берега Нижней Ильцовки обсудили на публичных слушаниях. На участке в 50 гектаров могут появиться многоэтажки, но жители против масштабной застройки. Ведь уехать в город на работу и сегодня сложно, и новым жильцам, а значит и автомобилистам, здесь явно не обрадуются. Причем транспортная проблема – это не единственное, что тревожит жителей Нижней Ильцовки. Необходимо рассматривать вопрос и спортивные сооружения, необходимость рассматривать вопросы объекты какого-то культурного назначения, соответственно, и по учреждениям образования станут вопросы по школьному и по детским садам. С точки зрения экологии, конечно, тоже надо рассматривать. Главная загвоздка – земля федеральная. Поэтому столичные структуры уже присматриваются к этому пустырю и планируют развернуть стройку. Если участок станет территорией для устойчивого и комплексного развития, тогда владелец сможет привлекать застройщиков к возведению домов. Протест жителей против застройки поддержал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. По итогам публичных слушаний этому участку опасный статус территории для устойчивого и комплексного развития эксперты решили не присваивать. То есть пока что плотная жилая застройка многоквартирными домами левому берегу Ильцовки не грозит. Вопрос, надолго ли? Новосибирск, возможно, станет столицей программирования. На этой неделе в Пекине представят заявку нашего города на проведение Всемирной студенческой олимпиады в этой сфере. В случае положительного решения комитета показать себя и посмотреть на товарищей, учащиеся новосибирских вузов смогут уже в следующем году. Почему для Новосибирска так важно принимать соревнования столь высокого уровня и кто будет защищать честь города, узнаем у гостя. Всемирная студенческая олимпиада по программированию. Что дает это мероприятие Новосибирску? Дважды эти соревнования проходили в России. В 2013-2014 году это в Санкт-Петербурге и в Екатеринбурге. Это вообще крупнейший вообще форум по программированию. На несколько этапов разбит отбор. А наш университет всегда входит в финал. То есть вот столько университетов, почти 3000 принимают участие. Потом лучшие собираются в одной из стран мира. Но это около 120 университетов. Наш как раз университет, он традиционно является участником финалов. Студенты, они занимают призовые места, значит, первые места очень много. Проведение такой олимпиады – это как раз большой почет. 2019 год – это особый год для города Новосибирска и нашего знаменитого Новосибирского государственного университета. Как раз 60 лет будет исполняться в этом году. Если будет проведен на базе города Новосибирска, на базе Новосибирского госуниверситета эта олимпиада студенческая по программированию, ну, это приедут вообще все ведущие университеты мира, ну, такие Оксфорд, Кембридж, Массачусетский технологический институт, ну, и многие другие. То есть это вся элита мировая университетов. Безусловно, это придаст и укрепит статус нашего города так, как научной столицы, и повысит рейтинг нашего университета, который сейчас имеет шанс войти в сотни лучших университетов мира. Среди спонсоров генеральных такие компании, как Apple, Microsoft, IBM, они приедут и будут участвовать в том числе и в праздновании 60-летия нашего университета, то это, я думаю, придаст очень большой статус. Что уже сделано, чтобы Новосибирск принимал эти соревнования? Подали заявку, нас пригласили на финал, который в этом году проходит в Пекине. Значит, у нас поедет делегация, плюс наша команда университетская, кроме мэра, который возглавляет делегацию,
входит Михаил Михайлович Лаврентьев. Это внук основателя Академгородка Михаила Алексеевича Лаврентьева. Он декан факультета информационных технологий. А там предполагается, значит, встреча с оргкомитетом. Но, как нам уже сказали, то есть основными, значит, кандидатами являются город Порто, Португалия, и город Новосибирск. Ну, я думаю, что шансы у нас вполне, так сказать, хорошие. Спасибо за полезную информацию. Спасибо вам. Сели в трамвай, как будто в сказку попали. Настроение новосибирцам поднимает сибирский стрит-арт. Художники разрисовали вагоны известного 13-го трамвая. Мотивы символичные, нечисть из народных сказок. Здесь Баба-Яга и Леший, Бещая птица Гамаюн. Трамвай при этом холст специфический. Художники постарались показать персонажей в современной интерпретации и вписать в контекст дороги и вагона. Для каждого героя на кузове нашли выгодное место. Есть, во-первых, момент такой, что он двигаться будет, и художники, естественно, учитывают этот факт, они прорабатывают эскиз, чтобы он был виден издалека, бросался в глаза и считывался достаточно быстро. У трамвая очень интересный формат, он достаточно сложный, как видите, много окон, выемок, и мой друг просто не вмещался, поэтому пришлось немножко подкорректировать под трамвай, и у меня будет теперь леший в профиль. Первое путешествие сказочные персонажи совершили по привычному маршруту – от Гусинобродского шоссе до Писарева. Вагон курсирует по одному из самых протяженных маршрутов города, развеивая суеверия о трамвае номер 13. Художники же убеждены, что этим уличное творчество не ограничится. Эту неделю мы увидели такой. Более полная информационная картина на сайте «Новосибирские новости» на нашем официальном YouTube-канале. До встречи!